я уже приехал. Ау! Это Лига Смеха! Лига Смеха! Как лекарство для души. Лига Смеха! Смех нам продлевает жизнь. Лига Смеха! Лучшая на свете. Лига Смеха! Да! Добрый вечер, дорогие друзья! Погромче! Уважаемые члены жюри, занимайте свои места. Под бурные аплодисменты всей нашей страны. Под бурные аплодисменты потрясающего теплого города Одесса. На наш четвертый отборочный фестиваль приехало 190 команд. Уважаемые зрители, а тех, кого мы не поменяли. Я, когда ее первый раз увидел, мне показалось, это не человек, а как аватар такая большая, красивая. Хорошая очень женщина, она девушка. Дуже дурна, разумна, придурковата, но крутая женщина. Люля-люля, шлепки, все обшутили. Должна быть капля сумасшествия в этом всем, в этой Лиге Смеха. И Оля прекрасно с этой функцией справляется. Полякова. Ребята, это чемпионы. Ласточкин только единственный не может вставать. Оля Полякова. Первая Оля Полякова. Через время можно встать. И тогда команда будет выбирать Оля Полякова. Оля Полякова и Влад Ява. О, это очень круто. Вот вам, ребята, вот вам все такое. А? Неожиданно? Давайте мы вместе как-то выберем. Давайте. Как, тут логика вообще отсутствует, я не знаю. Тебя слышно. Да что там решать, вам баба нужна. Это классно? Не знаю. Мы, в общем, рассказали одну историю Владимиру, а сейчас надо выбирать. Да правда, мы все ради шоу. Оля, Влад. Ну правда, да, нам нужна девушка, мы хотим удивить. Влад, спасибо вам большое, что вы стали. Оля, вы наш тренер, Оля! Олечка! Здравствуйте, очень приятно. Все. Она все. Задавила, Влад, она начала давить. Молдаванский Челентан и Полякова вместе. Спасибо большое. Оля, иди, тебя не слышно без микрофона, это не песни. Давай. Ладно. Спасибо, Одесса, спасибо. Спасибо, ребята, поздравляем. Давай, давай, давай. Опа. Ласточкин тащил, и я буду. Ну, пусть так. На сцене Стояновка. Всем привет. Новый сезон. Игорь, здоров. Новый тренер. Игорь, что делать? Ребята, это что, тот самый пиджак? Оля, не надо. Ну, пожалуйста, не надо, Оля. На сцене Стояновка, Молдова, свадьбы, корпоративы, ремонт. И как говорила моя бабушка, что девчонки, челюсть отпала, значит, можно пить не закусывая. Все, Оля, все, все. Перестань играться, отдай пиджак. Я не посмотрю, что ты такая... Высокая, красивая, с длинными ногами. Уже посмотрел, но больше не посмотрю. Отойди, я тут звезда. Эй, Ваня, 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 Ваня. Подожди. Я понимаю, заслужила. Но...
Она все-таки наш тренер, ну. Вот именно. И как говорила моя бабушка в свою первую брачную ночь, мужчины, ну давайте уже начинать. Пацаны, я тут вашу Антону нашла. О, вы заметили, какой у нас талантливый тренер? Как она в нужное время с антенной вышла. Молодец. Оля, все, отдай антенну. Отдай антенну, пожалуйста. Очень прикольно, отдай антенну, Серёд. Все, ребята, держите. У меня к тебе личный вопрос. Скажи, пожалуйста, что за девчонки в клипе, а? Ты их знаешь? Ну, конечно, знаю. Я пою, они всегда танцуют. В 3 часа ночи разбуди, как собаки Павлова. Я пою, они танцуют. Я же Оля Полякова, певица. А я генсек СССР Михаил Горбачев. Вот пятно. Теперь ты докажи. Да без проблем. Когда убегала от всегда без оглядки, шлепали шлепки мои пятки. Шлеп, шлеп, шлеп. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей, кошаги прая тебя будут. Чаги пукасом, еще масса борями. Ваня, что происходит? Извини, просто ребята, когда возбуждаются, на молдавском разговаривают. Это все-таки личное. Сейчас решу. Ребят, все, перестаньте. Стига, код до истинити, пугледайте на кошевой. Все, остыли? Да. Жека, спасибо большое. Сам понимаешь, такая обстановка. Девочки, мальчики. Кстати, звукач, включи что-нибудь романтичное. О, дождь. О, дождь, дождь. Дождь. Оля, идем, спрячемся под навес. О, идем. Ну вот мы и одни. Здесь так романтично. Вечер, крыша, звезды. Хочешь, я в честь тебя любую звезду назову? Хочу. Оля Яма. Да, Ваня, если бы мы встретились с тобой некоторое время назад... Да, ты бы мне помогала домашнее задание по математике делать. Или по биологии, или в чем-то там сильно. Ты такой прикольный. А любовь, морковь в моем сердце тает. Если рядом ты и если обнимаешь. А любовь, морковь лишь с теми бывает. Чинее мерил, а летур лынгатине. Ваня! Жека, спасибо большое, прям выручаешь сегодня, спасибо. Фух. Ну, Ваня, ну где ты там ходишь? Кто здесь? Это я, Оля. Оля? А что ты там делаешь? Сижу тут. Совсем одна. Одна? Женя, да. Женя Кошевеску. Эй, Кошевой занят, ищи другого тренера. Кода Прая, Надя, Надя. Блин, еще хуже стало, что делать? Откачал, откачал, да, смотри. Да, да. Ух, спасибо, спасибо. Ой, чувствую, Стояновка, горячо нам с вами тут будет. Да, убегала от тебя без оглядки. Шлепали шлепки мои тапки. Шлёп, мои любви, последний показ! Ребята, неужели у вас получилось? Да ничего не было, обокрали они нас! Ай, молдаване, откуда вы только такие беретесь? Оль! Это старинная молдавская традиция, которая передается из поколения в поколение. Секс называется. Спасибо! Стоять, мафия! Работает полиция!
А ну всем лежать. Хорошо, хорошо, как лежать? Вот так. Или вот так. Оля, вообще-то ложатся, когда ограбление. Или секс. Так ты что, грабишь или... Так, встали быстро. Вы что на меня постоянно пялитесь? Еще раз посмотрите на мою грудь, я вот так вот сделаю, на всю жизнь косыми останетесь. И вообще, где ваши документы? Ой, внимание на экран. Вот здесь, я их дома забыл. А без карты не мог? Внимание на экран. Так, хорошо. А что вы тогда на это скажете? Я это, между прочим, у вас в гримерке нашла. Что это у вас тут такое беленькое? Брынза. Брынза? Оля, несмотря на это, я могу тебя сделать артисткой номер один в стране. Ха, интересно. В другой стране. В смысле? Что это тут село косит под мафию? Да я перед такими уже 10 лет на корпоративах работаю. Чао! Вы мне и попались с поличным. Наконец-то вы арестованы. Опять она. Все. Она меня достала. Все. Оль, да мы прикалывались. Это мы, Стояновка, да. Как говорила моя бабушка, играем в Need for Speed. Вот это поворот, да? Фу. Слава богу. Ваня, слушай, мне в этом платье так неудобно, чтобы в него влезть, я сегодня пришлось мне в 5 утра встать. Представляешь, устала вообще. А у меня туалет на улице тоже устаю, да. Оль, слушай, я понимаю, что о таком тебя никто никогда не просил, но спой, пожалуйста. А что петь надо? Итальянскую песню про Молдову, пожалуйста. Веселее только, давай. Еще. Вино из бочек и грецкий орех. Эх, ротару, две реки, овечий мех. Я не хочу петь больше этот бред. Из бреда состоит весь твой концерт. Без денег я не пою, споешь сам. Найду я деньги, козу продам. Тебе не хватит на зарплату мою. Не хочешь петь, я лучше тебя спою, мама. Мама, Молдова, мама. Да я мама, мама, Молдова, мама. Выше. Мама, мама, и еще Молдова, выше. Мама, браво! И еще никто так высоко Молдову не поднимал. Ну что, Оля, у нас есть последний вопрос в тему «Крестный отец». Наверное, многим интересно. Ты крещеная? Ты посмотри на меня, как сам думаешь? Валерий Александрович, что, покрестить ее хотите? Не, ребят, свитера высохли. Не надо. Знаете, за 20 лет впервые оделись нормально. Оля, спасибо тебе большое. Просто, если бы не баба, мы никогда бы такое не надели. Перед вами выступали молдаванская мафия и Оля полицейская.